Bişkek'te tankman 4. Kızım atası menin taksi kılıp jürüt. Научился, да, кызым? Чё, кызым, на работу готовы, да, кызым? Папа, солнце проснулся, домой пойдем, да, скажет? Оно вот так уже привыкло уже. А почему вы днем не таксуете, а ночью не спите? Днем жарко, я не могу. Хуже замучить ребенка. Ход ночью мучаю, да, ход прохладно. Эки күн моргта жатты. Эмне себептен? Ал кызды жерге берген жер жок. Акча, бүт бар жок, акча. Көк жарга барып атабыз. $1000 өйдө. Село Востокка келип атабыз. 40,000 өйдө. Новопавловка бардык, ар жак бер жакка барды. Акыры мына Гроз айылынан почти бир 20,000 сомго жер сатып алдык. Кече мэрияга барсам, муну кризисный центрге берели дейт. Кризисный центрге өзүн бала чакан небере чебересин берсин үчүн мэриядагилер. Мен алардан акча сурап барган жерим жок. Буларга мен барып садикке жайлап бергиле дедим. Күндүзү бул садикте жүрсө мен иштеп алсам, түнү келип үйдө адам катары уктайбыз деп айтсам деле түшүнбөй атат. Государство уже опоздало. Хорошие люди, добрые люди приняли ее. Сказали даже вот, если ты таксуешь, пока ты себе вот чуть побольше не заработаешь, мы можем еще продлить ее время. Даже можем, говорит, оставить. Даже круглосуточные садики приняли ее.